У Валентины Маркеловой была опухоль молочной железы, которую успешно удалили. Теперь она регулярно ходит на прием к врачу-онкологу. Если раньше приходилось ездить на консультации в Чебоксары, то сейчас этого не требуется. К нам приезжают врачи из республики на консультацию, для беседы, для ознакомления новыми методами лечения. Нам это сельским очень нравится. Очень нравится. Здесь мы получаем консультацию, лечение, направление. Это очень, пусть так и дальше продолжится это. Онкодесант врачей Республиканского онкологического диспансера регулярно выезжает на консультации в районные больницы. Такой формат выездной работы очень удобен как для врачей, так и для пациентов. А главное, эффективен. Болезнь можно выявить на ранней стадии, а значит, своевременно спасти жизнь. По итогам первого полугодия этого года выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях достигло 55%. Следующие выездные приемы пройдут в Козловской и Цивильской районных больницах.